Всем привет! Кому интересно состояние дороги от Ростова до Сочи и границы с Абхазией, это видео об этом. Сейчас мы проезжаем так называемую Батайскую петлю. Это место знаковое, неприятное, пользуется нехорошей славой у автолюбителей. Я сделал на эту тему видео, ссылку на него оставил в закрепленном комментарии и в описании к этому видео. Посмотрите, потому что это нужно знать, это очень важно, иначе можно попасть в очень неприятную ситуацию. Далее по выезду из Ростова нам на пути встретилась пробка. Она по продолжительности была около минут 40-30. В принципе, медленно-медленно, но мы ее проехали, поэтому она как бы терпимая. На участке от Ростова до Краснодара существует три платных участка платной дороги. Первый участок стоит 70 рублей, второй участок стоит 160 рублей, и вот третий участок, который только что видели, он стоит 230. В итоге эта стоимость выливается в 460 рублей, но это для среднего и легковушки. Ну, конечно, ночной тариф он дешевле, но дневной тариф вот такой. Сама трасса, она достаточно спокойная, машин мало. До Краснодара и далее до Джубги ехать очень спокойно и хорошо. На некоторых участках трассы от Краснодара до Джубги существуют участки с разрешенной скоростью 110 км в час. Но они сменяются на 90, так что будьте внимательны и не попадите, потому что едешь 110, потом раз 90, и потом раз снова 110, а потом снова 90. Так что нужно внимательно следить за знаками. Далее от Джубги, конечно, дорога уже сужается, движение становится более интенсивное, потому что много попадается по пути различных поселков, городов, и это все сказывается и на скорости движения, и на времени передвижения. Дорога в основном в одну полосу. В городах, в таких как Лазаревская, Лоу, там достаточно такие пробочки есть. Далее, после уже ближе к Сочи, там начинаются такие хорошие серпантины, где дорога идет в один ряд. То есть не обогнать практически никак. Если впереди встретится грузовая машина, впереди перед вами будет ехать, то ее обогнать будет очень трудно. Но если хорошо, если никого не будет вот из грузовых и тихоходов, вы поедете быстро. Но если впереди кто-то есть, то, конечно, у вас все это затянется. Дорога извилистая, крутые серпантины, постоянно крутитесь. Поэтому, если особенно вы едете с детьми или в первый раз, то лучше, конечно, много не кушать, чтобы, не дай бог, там вас не вырвало. Далее по Сочи уже, конечно, дорога там красивая, проезжаете достаточно такие длинные многочисленные тоннели. Ну, так живописно, конечно, кто особенно первый раз, это будет вам, произведет впечатление. Тоже смотрите внимательно, там разрешена скорость 80 км в час, но нужно, конечно, внимательно смотреть за знаками. Ну, после того, как вы выезжаете из тоннеля, там уже, конечно, вы будете ехать в районе Сочи. И там, конечно, без пробок вы никак не обойдетесь. Поэтому будьте готовы к этой мысли, что вас будут там ждать пробки. Может всякое произойти, может вы час простоите, можете полчаса, может 20 минут. В любом случае затруднения будут. Ну и как вы проезжаете вот эти, кстати, вот смотрите, вот сейчас. За машинами с спецсигналами пристраиваются машины обыкновенные, которые хотят быстрее проехать. Ну и все, далее уже передвигаетесь в сторону границы, ну и далее проходите саму границу. О ней я делал тоже видео о прохождении границы со всеми подробностями, о том, что нужно, какие документы, какие очереди, ну вообще об этом всем. Так что тоже смотрите, кому интересно видео, ссылку я оставил. Ну и все, и в Абхазии вы уже наслаждаетесь природой, солнцем, морем, отдыхом, летом. Всем спасибо за внимание. Поставьте, пожалуйста, лайк этому видео, кому пригодилось. Ну и всем удачи, всем пока.